Петербург готовится к главному празднику выпускников. В этом году «Алые паруса» пройдут в ночь с 23 на 24 июня. Главную роль исполнит шведский «Брик». Он уже вошел в акваторию Невы. До того, как я в первый раз побывал на празднике «Алые паруса» 4 года назад, я думал, что Петербург — это Нева и Белые ночи. И мне очень приятно, что мой корабль будет в центре такого огромного праздника. На судне всего 16 парусов. «Алые» используют раз в году. Шили их 4 года назад специально под «Брик Трейкрунер». Ведь паруса для корабля – это все равно, что платье для невесты. Подгоняют по фигуре. Перед каждым праздником выпускников их обязательно стирают и проверяют на прочность. В команде парусника 17 человек. Бессменный только капитан. Матросы и даже старший помощник в этом году новый. И удивительное дело, почти половина экипажа – 7 человек – девушки. Вам не страшно работать на высоте? Вовсе нет. Тут главное вниз не смотреть. Я на паруснике уже 5-й год, и вот впервые в Петербурге. А до этого на яхтах ходила, так что к высоте уже привыкла. Словно и нет этой старой морской приметы. Женщина на борту к несчастью. На Трейкрунере в прошлом году были женщины, и никаких накладок не случилось. Наоборот, шведский «Брик» дарил только радость тысячам петербургских выпускников и миллионам телезрителей.